поводу Крыма можно было бы и вести такой праздник, а остальные, ну, в принципе, нужны, почему бы и нет, лишний раз отдохнуть с нашей работой только за. День присоединения Крыма к России не обязательно всей России праздновать. Это хорошо, это, конечно, прекрасно, что Крым теперь российский, но... А хотя бы вот не все, то как-то много будет выходных. Так бы хотелось бы, чтобы было побольше, но хотя бы не так много. Для меня бы, в принципе, два выходных оставить. 7 ноября, 31 декабря. Да, за 31 декабря это вообще хорошо. Лучше отдыхать. Отрицательно. А почему? А потому что рабочих дней мало. Это делают для того, чтобы безработных... Ну, может быть, да, 31 декабря можно отдохнуть, да. А дальше, как бы, и так достаточно выходных. Может, кому-то и нужны. А я как пенсионер, мне каждый день выходной.